Чеченские добровольцы, которые удерживают администрацию Горьковского Белгородской области РФ и воюют вместе с российскими добровольцами, обратились к кадыровцам. Вот мы и спустили этот план, и эта территория аннексирована. Объявляется Чеченская республика Ичкерия. В частности, Шамиль Закаев, сын главы правительства Ичкерии Ахмеда Закаева, 18 марта призвал соратника Кадырова Рустема Агиева с его отрядом «Ахмат-Запад» прийти и проголосовать за Путина. Мы находимся в населенном пункте Горьковский. Мы взяли администрацию, среднюю школу. И третьи сутки задерживаем. Как вы видите, избирательный участок открыт. Боец отметил, что сомневается, что кадыровцам хватит смелости подойти хоть на километр к их позициям, пишут добровольцы в своем телеграме. Обращение сына Закаева адресовано также Рамзану Кадырову и его 18-летнему сыну Ахмаду, который гораст разгуливать по оккупированной Чечне с оружием, пишут добровольцы в своем телеграме. А после того, как Путин уничтожил авиабомбами первый населенный пункт России, село Казинку, чеченские добровольцы назвали кадыровцев не только предателями чеченского, но и русского народа. Кроме того, по словам журналиста Майкла Наки, чеченские добровольцы – это новые силы в добровольческих отрядах россиян. Они работают в Курской области вместе с Легионом «Свобода России».